Привет всем, это Марко Сива, и сейчас мы в Риге катаемся на лодку, и просто чудесный вечер, и я только что приехал из Киева, там поработал, и был на репетицию, и так дальше, а сейчас мы встречались со своим друзей из школы, и мы все покушали, и сейчас катаемся в канал Риги. Очень круто все. Так что, как Титаник. Сейчас мы еще продолжаем тур в Ригу. Вот там прекрасная латышская опера. Там очень красиво все. Если что, приезжайте в Риги, и все будет красиво. Так, продолжается наш тур. Вот все, я мокрый. Привет всем из города Липая! Сегодня у нас важное выступление, фестивал Summerson Липая, и все будет жарко. Пока нету жарко, жарко, а все будет жарко, потому что мы будем выступать. Ну что, привет всем! Это часто мой влог, когда я отвечаю на ваши вопросы. И у нас первый вопрос. Алло, кто там? Сейчас узнаем, какой наш первый вопрос. Я могу вспоминать вам, что свои вопросы вы можете напишите мне в YouTube, в comment section. Вот первый вопрос. Анна Шучкина нам пишет: Маркус, вот хотел тебя спросить, как ты относишься к критике в твой адрес, самокритичен ли ты? Надеюсь, что ответишь. Спасибо. Спасибо, Анна, за такой очень интересный вопрос. Я, конечно, я иногда слушаю критику, и иногда очень важно послушать, что такие умные люди говорят, но очень много же пишет тоже всякие плохие там штучки-дрючки, но я просто знаю, что есть очень много людей, которые очень любят то, что я делаю, и я же сделаю это все для все эти люди, не для все, которые пишет какой там такой всякие плохую всякие плохие слова. А я еще хотел сказать, что я, конечно, самокритичен, да. И я всегда хочу сделать самое лучшее, что я могу. И, конечно, это ради для вас. Так что спасибо, что вы меня такие есть, все, которые поддержите меня. Так что спасибо вам, спасибо! Привет всем! Вот мы сейчас едем на фестиваль Summerson Липая. Скоро будем выступать. Хотел вам показать, какой красивый пейзаж здесь, пляж. Посмотрите, Балтийское море, и мы едем прямо на стен. Так что будем зажигать. Kas katram festivāla apmeklētājiem noteikti ir jāiet šogad? Šogad visiem apmeklētājiem ir
jāizmirst to, ka varbūt šodien nav 33 grādi un nav karstākais ūdens. Ir noteikti jārāk, jo lielās skatās ir jābūt, jo Marks Rīvus skatās. Cik tas būs Marks? Marks Rīvus 7.3 kopā ar Rock 5. Mēs iegriezīsim ar visādiem hitiem, saviem hitiem, pasaules hitiem. Mums paši balīt. Lielas, ka tu teiktu, mēs piešam te. Lielas. Mēs tiekamies. Привет, дружище, не закончили. Закончил наше выступление. Посмотрите, какая красота здесь. Динара. Надеюсь, слышно что-то, потому что... Да! Такой. Привет всем, с этим всем полез пар Summer Sound, Visby Forshi. Спасибо всем, очень круто. Мы вас любим! Всякий шаур слышишь, да, встреча? Ну, я не накрашена. Там будет фильтр. Какой-то? Там будет за тобой фильтр, типа усы у меня будут. Скажи, сейчас слышишь, да, встреча? Шрамы украшают мужчину. Шрамы украшают мужчину. Привет, дружочки, это Макс Рива и это Артур Денис. Артур Денис, дружочка. Я знал, что ты будешь так реагировать, я шучу уже. Смотрите, какие шикарные усы, долго расти очень. Да, Марк, сколько? Да, уже... У меня вот ничего не растет, что ты ешь? Тут столько, как уже месяц, когда мы снимали клип «Красиво, сильно». Ты просто решил не бриться, решил изменить чуть-чуть свой имидж, и вот что получилось. Сейчас мы будем лупить селфи, поэтому мы ненадолго прервем. Привет всем, мы сейчас находимся в поместье Брукна в Латвии, и сейчас скоро будем с Иваном петь пару песен, но я что-то нашел в этот красивый домик, не только все это очень красивый интерьер и дизайн и все, картинки, но тоже нашел что-то знакомое лицу, и вот это здесь. Как вы думаете, кто... И что это? Вопрос. Она на волне и плачет, и смеется, и вся планета распахнула за меня. И это радость будто солнце. Тип не убить, you hit the ground. If you sing out loud, take me down. I'll just take Привет всем, которые смотрят мой влог. У нас сейчас скайп-встреча, так можем назвать. Прекрасные девочки из Минск, привет! Вот так что победитель конкурсу «Как я люблю Маркус», да? Так было правильно. Так что спасибо всем, которые участвовали. И обязательно сделаем огромную встречу совсем скоро. Привет всем, которые смотрят мой влог. Что там? Мы приехали в Гулбене. Вместе с самодраку из Гулбен. Тушел карустаемес. Вассерс Пилмбреда. Ar atru noteikti balīķi jau un uzstājās, un arī pa visam drīz mēs iesam uzstāties. Un ar mani šovakar kopā ir Nelija un Santa. Viņas ir aizņemts šobrīd ar sevi. Mi priekaļi v Gulbene, v Latviju, na lietni koncerti, tusoku, i budim savsiem skoro уже сходить на сцену, виступать, и с мной сегодня есть Santa, вот там белый конверс, и, конечно, Нелька. Привет, Нелли! Привет! Вы уже, наверное, знаете Нелли от моих других влоги, так что будем на стену зажигать! Сенсей-сенсей-сенсей, Гуглэш! Доброе утро всем! Так продолжается тур в Латвии. Сейчас мы находимся после концерта Гулбене.
Сейчас мы находимся в Сигулда и Турайда. Здесь я хочу сказать самый красивый вид сегодня и это утро. Пока этим утром ты красишь свои ресницы. И пока все просыпаются, посмотрите на эту красоту. Привет всем, это Маркус Рива. Я вообще не спал. И сразу на аэропорт. Привет всем из Риги. Скоро улетаю. Угадайте, где? Привет.